Там не может быть. Соскочил ночью. Так, сегодня мы на Курчанской. На очередной рыбалке, короче. Да, вот очередной долбеж. Что, подсадился кто-то, нет? Кто-то вводит вроде. Такой среднячок мелкий. Да. Ну, мы уже вон с утра что-то дернули. Уже вот чуть-чуть. Десяток уже дернули. Для начала пойдет. Ну вот и более-менее нормальный хватанулся. Пойдет. Такой тут, короче, пейзаж вокруг. Деревня, короче. Ну что, там прицепился кто-нибудь хоть? Это я накаркал, блядь. Ничего, нормально, ну просто. Прицепился и отцепился, блядь. О, сволочь. Ну, средний карасик, что. Неплохого размера. Без икры. Икры нету. Ну ничего, тоже пойдет. Вкусненький. Да. Слетел, да. Невезуха, блядь, какая-то. Третий раз. Не все коту масленица, как говорят. Походу сел, да? Да, сел небольшой карасик. Такая, короче, сегодня рыбалка. Карасевая. Бля, что-то какое. Ого! Кабан! Да, я звук. Вылезет мелкий карась, блядь, кабан. Ну, средний. А не, блядь. Пойдет. Да. Ну, вкусный. Да. Карась сегодня радует. Бьешь в руку, уже такое ощущается. После зимы карась просто радует. Лягушки тут у нас караулят рыбу, да? Шкрики. Вон зеленый сидит, красавец. Да, вот он. Хороший кабанчик. То, что надо. Змея уплыла уже. Ну да. Короче, рыбалка продолжается. У соседей тоже вроде все нормально. Все ловят, кто хочет. Это зверь уже сел, наверное. Сейчас посмотрим на него. Да, я бы не сказал, что зверь, да. Ну, дергался очень активно. Да, такой. Средний нервный карась, такой. Да. Долбанул, как будто там сазан сидит. Карасики потихоньку поддалбливают. Не дают нам спокойно посидеть. Вот есть что-то опять. Средний. Нормально. Средний карась. Пойдет. Но не икриной. Самец, короче. Самец. Короче, на все спиннинги подкусывает потихонечку. Подстукивает, подкусывает. Так вот рыбалка идет. Долбил хорошо. Посмотрим, кто там. Что там за перец. Да, долбил как будто там килограмм 10. Да. Как раз и путаница, да, привалила. Не вовремя. А караси там прыгают, обезумели. Чувствуют, что уже пахнет дело сегодня сковородкой. Что-то водит, да, по-моему? А?
А, да, ни хрена не водит. Водит тяжелый груз. Ну что там за зверь клювал? Это карась, наверное. О, хороший кабан. Это хороший кабан. Это реально неплохой. Я его за жабры зацепил. Да, кабанчик хороший. Вот таких бы наловить, вот эта тема. О, бомбический карась. Да. Ну что, вот она сегодняшняя рыбалка. Ребята, кто хочет подергать карася, Темрюкский район вас ждет. Ну, инспектора вас ждут, само собой. Так что готовьтесь. Карась есть.